Сейчас я сделаю макрос, чтобы все цифры нашей таблицы можно было умножить на выбранное нами число или часть из них. Сразу создаем рандомную таблицу. Сделаем там цифры полегче, чтобы люди могли проверить. Мало ли неправильно сосчитается. Ну, там 10. Так, разработчик у нас уже имеется. Сразу модуль. Так, макрос параметры сделаем. По традиции Shift-Z. Так, и вот, например, мы выбираем половину. Нажимаем Ctrl-Shift-Z. Например, 345 умножаем на те же 2. Получается 690. Если первое значение, то второе 246. 690, 246. Ну и, например, здесь также Ctrl-Shift-Z. И, например, 45 умножаем на 10. Ну и просто везде 0 прибавится. Так и произошло.